Проводим очередной день быта. Открываем его конкурсом парикмахеров. Смелее, девушки, выбирайте себе мастеров. Не стесняйтесь. Помните, правильно подобранная прическа, как и весь ваш туалет, многое говорят о вкусе и культуре человека. Кстати, на втором этаже дворца вы сможете получить консультацию у художников областного дома моды. Сегодня мы вам дадим советы и по современному оформлению и убранству вашей квартиры. Вы получите рекомендации специалистов по уходу за холодильниками, телевизорами и другой бытовой техникой. Деревенский сервис. К нему пока еще население не очень-то привыкли. Совсем недавно 7 раз отмерит сельский житель, прежде чем телевизор купит или стиральную машину. Вдруг сломается. Как чинить? Проблема. Нынче в Ярославской области такой проблемы нет. Нет теперь нужды деревенским людям отправляться в город на поиски бытовых услуг. Теперь у каждого в доме радио, телевизор, стиральная машина, у многих холодильники. Техника сложная, за ней уход нужен, а мастеров на всей деревне не напасешься. Да и неразумно это. Я собираю заказы на ремонт, потом привожу мастеров. Если ремонт сложный, забираю технику в район. Попутные другие заказы выполняю. На вещи пошива, сорочки, обувь, трикотаж. Приемщица комплексного пункта Галина Гусева. Райбытуправление дает мне машину. Еду я от деревни к деревне, собираю заказы и развожу. Такие комплексные приемные пункты созданы в каждом колхозе и совхозе области. Дело тут вот как организовано. Приемщица передает заказы диспетчеру районного управления бытового обслуживания, и в определенный день и час в комплексный приемный пункт из райцентра приезжают мастера. Современный ярославский сервис предлагает ни много ни мало 700 услуг, самых различных. И в общем-то районная служба быта, как и комплексный приемный пункт деревни, это всего лишь посредники между заказчиком и исполнителями. Основные исполнители – в Ярославле. Это 12 специализированных предприятий и объединений бытового обслуживания. Им по силам ремонт любой вещи, от детской коляски до электронной счетной машинки. Срочная химчистка и срочная стирка белья. Могут они построить дом и сшить платье к свадьбе. Могут билет взять на поезд или в театр. И при этом заказы сельских жителей исполняются в Ярославле в первую очередь. Так здесь заведено. Своевременно и качественно. Это, наверное, самые ценные и привлекательные черты характера Ярославской сельской службы быта.
Работники бытового обслуживания Ярославля по-настоящему поняли, что преобразование Нечерноземья невозможно без четко налаженной сельской службы быта, без расторопного, всегда готового к услугам деревенского сервиса. Недаром ездят теперь на Ярославщину за опытом даже зарубежные коллеги. Рассказывая чехословацким гостям об организации деревенского сервиса, председатель областного управления бытового обслуживания Петр Николаевич Балыков особо отметил, что кадры работников службы быта ярославцы готовят сами. 5 специализированных ПТУ и учебно-производственный комбинат ежегодно выпускают 1100 специалистов. Недавно открыли школу, где обучают редким профессиям ювелира, гравера, мастера по ремонту кино- и фотоаппаратуры. Сельская служба быта привлекла мастеров исконно деревенских промыслов. Завалила заказами гончаров. Сегодня на их изделия большой спрос. Лудильщики приводят в порядок старые самовары. Можно их на электрические переделать. Вспомнила об умельцах-кателях. Без валенок в деревне не обойтись. Словом, деревенский сервис все время приноравливается к запросам крестьян. И эту работу, украшать дома деревянными кружевами, тоже может сегодня выполнить служба быта на любой вкус. Особенно благодарен сельский житель за этот вид услуг – вспашку приусадебного участка. Плата минимальная. Все больше своих бытовых нужд доверяет крестьянин деревенскому сервису. Если раньше каждый житель нашего села был вынужден по самым незначительным вопросам отлучаться в город, практически весь рабочий день терялся на решение бытовых вопросов, теперь уже это снято с повестки дня. И надо сказать, что нет почти ни одного вида услуг, который бы не выполнялся нашим комплексным приемным пунктом. И мы видим очень большую помощь, вот я как руководитель правления колхоза, видим очень большую помощь и отдачу от его работы. Ну, в колхозе 46 населенных пунктов. И вот, чтобы четко охватить вот услугами все отдаленные деревни, это вот большая сложность, потому что все же дороги еще у нас не отвечают требованиям сегодняшнего дня. Но сейчас правление колхоза выбрало четкую программу действий, и мы уже ведем селение мелких населенных пунктов на перспективную усадьбу, на нашу. Председатель углического колхоза «Дружба» Михаил Александрович Смирнов подсчитал, что освободив людей от многих бытовых забот, деревенский сервис подарил хозяйству 3000 рабочих дней. Если эту арифметику перенести на всю область, то окажется, что сельская служба быта как бы вернула в сферу производства 30 тысяч работников. Немалый вклад. Сегодня слово «сервис» становится все более привычным в деревне. Деревенским словом становится. Это вот раньше таких, как я, на весь район было 2-3 человека. А сейчас просто затрудняюсь сказать, сколько. Такое вот нужное дело. Мне оно нравится. Нравится, что ты всем здесь нужна, что на тебя надеются. В каждой деревне ждут.